Доброе утро, Иван и радиослушатели. Председатель партии Зеленые, Рогенисет Эстонии, Александр Лане. Главный редактор газета «Дервиселехте», газета «Старовье». Встреча в Йогевама, историческом месте, Касинурмемет. Но что были главные темы, что вы там говорили? Здравствуйте, во-первых. Это были очень разные темы, о которых мы говорили. Мы собрали местных зеленых и, конечно, говорили о том, какие наши планы. И как раз тут закончились Арвамус фестиваль и говорили про это. Одна из главных тем была судьба закона о том, как используется наша еда. Я думаю, вы знаете, во Франции приняли закон, что нельзя выбрасывать такую еду, которая еще пригодная. И это, конечно, касается больших торговых предприятий. Вот все, что остается и не продано, но на самом деле пригодная еда, во Франции должны такие предприятия передавать организациям, которые, значит, распространяют эту еду среди бедных, которые не могут покупать себе еду. И, по-моему, это очень-очень важный и очень нужный закон. И поэтому мы про это как раз говорили. Зеленые начали собирать подписи, чтобы в Риге какой-то такой закон приняли. Есть петиция, электронная петиция на странице petition.ee. Нуам Тойту Райс Комиссия Вастас Сиатус называется это. О этом как раз шел разговор тоже здесь в Касинорме. Но я знаю, что по некоторым иностранным государствам серьезная парламентная партия, ну, например, в Ирландии, что вы думаете, как в Эстонии серьезная даже будет выбирать Ригикогу? Да, я думаю, что уже в следующий состав зеленые все-таки пройдут, потому что просто мир изменяется, и зеленое мировоззрение становится с него значимое. И, по-моему, очень важно, чтобы зеленые входили в парламент, потому что на самом деле нет в Эстонии ни одной партии, которая занималась бы природоохранными вопросами, вообще средой обитания и вопросами энергетики так серьезно, как зеленые это делают. И, конечно, мы смотрим не 2 года вперед, не даже год вперед, мы смотрим 20 лет вперед. И поэтому, конечно, иногда нас трудно даже понять, потому что люди обычно не думают так долго вперед, но это надо делать, потому что по-другому невозможно, по-моему, жить. То, что сегодня является проблемой, мы такие вопросы затрагивали уже, когда мы только вошли в парламент в 2007 году. Мы говорили, что цена электричества повысится, говорили, как это сдержать, повышение цены, как преобразовать энергетические системы, например, как сделать так, чтобы у людей были меньше расходы. Это все надо планировать не только на 4 года вперед, на 8 лет вперед, надо планировать на 10 лет вперед. Александр, говорим некоторым словом, ваш связь с природой, ну, вы любите собирать ягоды, грибы, ловить рыбу, может, вы охотник? Рыбу я не ловлю. Знаю много людей, которые с удовольствием ловят рыбу. На охоту тоже не хожу, но действительно на природе мне очень нравится бывать. Я очень много гуляю по лесу, конечно, да, собираю грибы, собираю ягоды, просто иногда гуляю. У меня корзина всегда почти с собой, действительно. Но это всегда не значит, что я с леса очень много чего-то приношу. Отдых в лесу – это для меня очень-очень важно. Когда очень какие-то трудные времена и очень много работы, я издаю газету «Здоровье», это тоже довольно большая работа. И, конечно, я с удовольствием, так сказать, ухожу в лес,
потому что природа дает очень много силы, и думать на природе очень хорошо.